Ведь Отца и Сына и Святого Духа, слава Ищу Христу. Уважаемые во Христе, братья и сестры, находимся в часе Успенского поста, что поведет Богу велика, а за то, что тот пост и так и строй, как и был великий пост. И это, в подстате, на такой уровне, как великий пост, на когда же я короче. Так исто маме строго ша постити, як и мы зробили во великим пости, протоже тот пост великий є перед Пасхом Христовым, а пост, что тепер маме Успенский, є перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, котрая Матер Всевышнего Бога, воскрешала Господа Бога, и она є друга по Богу. Зато и этот пост имеет такую велику вагу, и так є строгий, и так строго бы шагли мали постити, как на великим посте. И когда я говорю короче, мам там 2 тижні, але ай, може и однодушие в том, что прецелен маме шлеце исти, как в этом успенском, власне, на великим посте, коли є зима, вязмене, и тепер маме чите зеленину, чи швидко можне, загородки, чи же говорю однодушие, що постити в тимто літнім пості успенським, але гарю строгость є єднака. Чиже тото є багато зволожіта речі, бо ми всі уведомували, але в тимто пості, так істо, як і в великім пості, маме єден великий праздник, котрі він повел, так як би винімав з того постного обдобія, а й кіт пост, самозрейми, тирват, а є, але маме в великім пості благовіщення Пресвятої Богородиці, котрі, коли я ще може, наприклад, є риба їсти під час посту, коли є інакше строгий пост на воді, без олія, але коли благовіщення є риба, так і стоїть та й в тимто пості Успенським, маме праздник преображення Господа Ісуса Христа, котрі ми празнували вчора, і тут так істо, і коли на воді ми змешавали вежні постити, а коли в суботу неділю, як і на великій пості доволені олі, так на преображення можемо їсти рибу. Тим указуємо ту велику вагу того святу, свята і то та наша православна церква зато то так дала, щоби ми всі уведомили, і через злягчення того посту, великий визнам того свята. Преображення Господне є праздник, котрий, бом повів, є на тій істій уровні, як і остатні свята Господське, а не вісім Господських праздників, як Пасха Христова, Рождество, Сошествие Святого Духа, Вознесение, а так далее, между них патрия преображение. Обровское свято, великий праздник нашей православной церкви, что мы вчера отпраздновали и святовали. Теперь мы в období, коли маме попразденство, чиже еще, а и уж не днеска тото свято, але маме еще до цели тиждень аж до отдания преображения, чиже до зачатку успения, аж до втоди будемо всі на наше богослуження припоминати преображення, співати преобразенське розне стихи і так далі. Тото свято є багато красне, тому що Господь Ісус Христос указав нам свою част свого божества. Господь Ісус Христос зобрав трьох своїх апостолів, не в шитках, тому що між ними була Юда, котрий був зраця, а він не був достойний того. Зобрали трьох апостолів і возвик зобрали на високу гору, гору Табор, котра до днеска є, як варя в нашому богослужебному тексті, мрачна і дивна, чиже захмарена і задимена, просто гмов, є там, гмає там, за те, що то є висока гора, але варить, якщо Христос преобразив наші тексти, варять, нині же чесна і свята є. Днеска є чесна, достойна того
preobraženia i sviata, pretože nami Hospod Isus Hristos ukázal nám to, čo je v podstate, jaké je jeho božestvo, pretože Hristos už sa prejavoval len jak človek a svoje božestvo prejavoval svojima skutkami, čiže robil toto skutky, ktoré sú hodné Boha, ktoré naozaj nikto nie je schopný zrobiť jedine s Božom blahoslovením i Božom blahodáťom. Potom to robili i to dneska môžu to robiť rôzne ľudia, ktoré sú Bohom obdarení, blahoslovení, ale vtedy Hospod Isus Hristos uzdravoval ľudí, uzdravoval vláňa zlých duchov, pomáhal im na búrky, utišoval búrku a tak ďalej. A to boli jeho prejavy, čiže vím prejavoval svoje božestvo len tema svojima skutkami. Ale tu na hori Tabor, vím ukázal aj to božestvo, ktoré proste vím bylo. Čiže vzeral jak človek, ale na hori Tabor odkryl kúsok svojho božestva. A keď to bol len kúsok, ale napriek tomu apostoli, toto troje, Peter, Jakov a Johan, jak to videli, oni popadali na zemlju, dolu tvaru, proste ich to tak ožiarilo, tak ich to oslnilo, že oni z toho boli úplne hotovi, až prakticky bezvedomí. Ša pocitli, keď videli, jak tvár Isusa Krista sa zažiarila ešte vece, jak slnce, jak jeho ríze, jeho odrežde, ktoré mal na sobě oblečenia, sa odrazu zabelilo tak, jak šníh, ktorý proste úplne silná biela farba, ako v živote nevideli. A to len malý kúštik odkryl Hospod Boh zo svojho božestva. A oni s takou obrovskou radosťou, aj keď sa vystrašili na jednej strane, popadali na zemlju, ale varí na apostol Petro, že dobrý je nám tu byť, dobrý sa tu cítime. A dobrý tam bolo za to, že boli v prítomnosti Isusa Krista. A odrazu vidiať prorokov, Iliu aj Mojseja, jak vyšidujú to s Isusom Kristom. I hvala Sviatého Otcovi, že čo práve toto sviate, to boli prorok Ilia i prorok Mojsej. Hlavne boli tomu, že rôzne toto tak neprajníci Kristove vyšidovali, že vin je nejaký prorok, že vin je len jeden zo prorokov, za to, že známe, že prorok Ilia má iši príti a umerti, vin bol vžatý do neba so svojou kolesnou, taký ohnený kolesnici, ale vin má príti pred koncom švita propovidovať Isusa Krista vo spesenie Kristovo a potom ho zabijú a potom bude konec švita. A oni si domali, že to je len ten prorok Ilia, ale neznali, že to je spasiteľ, si to nechceli ani pripustiť, že to je spasiteľ. A za to sa Hristos ukázal s prorokom Iliom aj so s prorokom Mojsejom, že by jasne bolo jasne každomu a známe, že vin je spasiteľ, vin je Mesiáš, ktorého ľudia čekali a ktorý prišiel na zemlju a robil toto skutky nejak ten, ktorý má moc, ktorý dostal moc od takového, ale že vin je ten skutočný pravý Boh. To je vás podstatná vec. Čiže takým spôsobom Kristus odkryl svoje božestvo a posledom mali veľkú radosť, vás potišili z toho a tak potom udržili do svojho mesta, Kristus im položil, to nikomu nevalili, až do jeho vzkriesenia. Oni neznali, čo to je, jaké vzkriesenie, ale potom to pochopili potom, jak Kristus bol zabitý na kresti, raz piatý, a potom jak vzkriesli, jak Duch Sviatý na nich zišiel. Potom sa im to vedomo nazvať, aké by to tá udalosť asi uvedomili, že čo sa vtedy na tým nahorí Fávod stalo. Dneska sme mali bratia i sestre Evangelie, takisto, ktoré istým spôsobom má veľkú súvislosť aj so preobražením. Môže takú nepriamu, ale v tomto Evangeliu nám Hospod Boh ukazuje, že by sme zmenili svoj postoj jeden k druhomu,
żeby sme ľúbili jeden druhého, tak jak Kristus nám ukázal na preobrazení, že nás ľúbiť za to prišiel na zemňu Vševršný Boh, prijal na sebe ľudské tílo, tak aj Bíl chce od nás, żeby sme ľúbili jeden druhého, żeby sme si odpúšťali i żeby sme sa správali tak, jak Kristus sa u nám správal, żeby my sme sa správali jeden druhom. A Víče, jak u nám správal? Uzdravoval našich chvorech, voskrešal našich mŕtvych, jak je Vávil utišil burku na mori a rôznymi spôsobami vyháňal z duchov z ľudí, rôznymi spôsobami nám pomáhal, veľkú lásku nám prijavil. I za to dnešné podobenstvo, ktoré Kristus hovorí o dvoch ľuďoch, respektíve o jednom bohatom človekovi, ktorý odpustil veľký dlh svojomu sluhovi a potom ten sluha, keď mal odpustiť nejakomu svojomu dlžníkovi úplne málo peňazí, tak vín takového dobra sa dával za perátor a tak ďalej. A potom, keď sa to ten pán doznal, že mu tak veľké peniaze odpustil a vín nebol schopný ani kúsok odpustiť, tak vín ho potom dal za perty i jeho ženu a jeho díti dal predatým do otrovstva. A tu Kristus hovorí, že by sme, keďže nám Kristus, Boh, odpustil teľo vero, že mu všetko zle robíme a všetko nám Boh odpúšťa, že by my sme aspoň toto málo odpúšťali sobi, jeden, keď máme dačo proti druhomu, alebo keď máme nejaký spor s dákem, alebo dákem, že nám dákto dačo ublížil, alebo nám nejak zle dačo zrobil, že by sme si toto málo odpustili, tak, jak to aj Kristus nás učil vo svojej molitvi Oče náš, kde je píše, že i ostavi nám dolhy náša, jakože i my ostavľali dlžníkom našim. Čiže vy nehovorí, že nám, neprosíme tam, že ostavi nám dolhy náša, bodka, ale že by nám tak by odpúšťal, jak my odpúšťame. Čiže aj Boh dal, že by toto dnešné evangelie i v zmysli tohoto prekrásneho prázdnika preobraženia Kristovoho, ktorý je nádherným sviatom i nádherným prejavom láske ľudí, respektíve Boha k ľuďom, že bude láska ľudí, nás ľudí, bola taká k Bohu i k svojim blížnym, jak Boh nás ľubí. Že by sme si aj my odpúšťali, že by sme byli dostojnými sluhami svojho Boha, Vševršného Spasiteľa, Isusa Krista, ktorý sa dnešný deň pred nami preobrazuje i ukazuje nám veľké božestvo, ktoré nikto nebol schopný vidieť, ale malý kúsok odkryl a ostrovo popadali, z toho pomlívali. Vidíme, jaký je ten Boh Vševršný, jaký je nepostihnutelný, jaký je nezastihnutelný a jak ani okom sa na neho nedá spozerať z toho jeho veľkého slávu i jeho veľkého božestva. Nech Boh nás blahoslovi i pomáha nám v usiadni našeho života. Amen. Sláva Ježišu Kristu. Sláva Ježišu Kristu.